сделаешь сопоставить. Сейчас поставим тогда музычку. Минуток на 5. Да, я отойду как раз. Секунду. Да, ребята, если кто-то уже пришел, всем привет, мы скоро начнем, пока поставили музыку с Андреем. Мы сегодня, да, пройдем, надеюсь, последнюю кампанию Резидента 6. Вот, очень нам бы этого хотелось. По поводу параллельных веток сюжетов мы вряд ли будем стримить, потому что не особо-то интересно вам это смотреть будет. Так что... Можно сказать, что по шестому резиденту это последний стрим наш, дабы завершить. Привет, привет, Гринти. Так, спасибо, да, за пожелание удачного стрима. О, привет, привет, Сайда, давно не виделись. Спасибо за пожелание. Да, мы постараемся быстро пройти. Тут, в принципе, осталась мелочь. В принципе, одна глава. Вот. И сегодня вечером в 9 часов мы планируем застримить новый Metro Last Light. С консоли Андрей будет стримить ее. Сейчас он подойдет как раз. И я думаю, что может скажет что-нибудь еще интересное. Да, всем привет, ребят. Так, Андрей, ну я так понимаю, что еще минутку, полторы мы подождем, вдруг кто-нибудь подойдет, и мы начнем. Игра нам как? Да скучновато на самом деле игра, она не оригинальная совершенно. Интересных загадок нету. На удивление, даже в пятом были интереснее, на мой взгляд. Но они были даже некоторые экшены. Я да. Помню, когда зеркала передвигали, то есть... Да-да-да, зеркала были прям очень веселыми. Нету особой сложности. Есть сложность единственная, что вот, наверное, две главы мы пробегали, практически не было личего. Ну и то мы умудрились пройти. Ну, мы прошли, да, мы проходим не на самой низкой сложности, на ветеране мы проходим. Патронов хватает. Вот с патронами у меня проблем лично ни разу не было больших. Потому что там персонаж похож на просто ходячий склад военной амуниции. То есть единственное, что занимает место, это патроны. Патроны, гранаты, мины. Ну, управление неудобное, не очень здорово сделаны квиктайм-эвенты, потому что есть моменты, где ты не совсем понимаешь, что делать, потому что во всех нормальных играх в этом месте квиктайм-эвент. А тут, видите ли, надо либо отбежать, либо увернуться. То есть это достаточно не круто, на мой взгляд. То есть там есть квиктайм-эвенты, где, в принципе, можно было бы обойтись без них, и есть моменты, где нужен квиктайм-эвент, и его там нету. В особенности с поездом. Да, ну вот, вот на момент с поездом вчера мы проходили, когда там один из главгадов в лобовую мутацию. Да, да. Поезд разнес, это прям было вообще. Было круто. Не, ну выглядело это круто, но это, блин, нереально. Потому что потом его все-таки сбил поезд в итоге. По скрипту. Это было ужасно, потому что он... Мгновенно набирал, там, получается, тонны 3, да, за секунду, и за секунду это терял, и... Ладно, мы не будем об этом, мы начнем тогда стрим, Андрей, давай-ка, да. Приглашение. Да, сейчас, чатик себе поправлю. Так. Буду тебя инвайтить потихоньку, так.
Андрей, поделись соображениями по поводу метро сегодняшнего. Ребят, я поиграл, честно, 10 минут. То есть я поиграл 15 минут, пока вроде выглядит круто. Ну, стрим, ребят, будет консольный, игра еще не релизнулась, так что вы сами понимаете, чем это чревато. И какая у Андрея версия, соответственно. У меня версия для PlayStation 3. То есть графика, она не обладает какой-то сверхфантастической. Так. Ну, кстати, для PlayStation она выглядит очень даже неплохо. Что я мог вам сказать? Так. Стримеры читеры. Не, мы не читеры. Так, продолжить. Мы не читеры, мы очень хорошие люди. Очень добрые. И немножко красивые. Ну что, Андрей, ты все? Готов? Да, и, кстати, ветеран, это все-таки последний сложность. Нет, там профи еще есть. Да? Ну сейчас вот у меня почему-то его не отображалось. Но... Ну, потому что мы начали проходить на ветеране уже. Голный кошмар или слабо. Заходите, инвайты послал. Да, я уже соединяюсь, в принципе. Меня больше всего еще взбесило, что тут как-то стрёмно засчитывается прохождение игры. Например, если ты не держишь игру, то есть ты присоединяешься в качестве второго игрока, как у нас с Андреем было. Мне, например, не засчитали прохождение второй главы, потому что мы ее прошли не от и до, а мы сделали паузу и потом допроходили вторую главу. Поэтому мне ее не засчитали. Печально. Да, то есть Андрею засчитали, мне не засчитали, и все только потому, что я был. Компания зеленая самая интересная пока была. Записы ужасные. За СНК. Вескера еще более скучные, дальше не осилим. Кары хуже нет, чем белорусский интернет. С этим не понаслышке знаком. Кстати, это знакомые фразочки. Который он мне писал, точно такие же, как он мне писал в Steam. А может, это Сережа? Может быть. Не думаю. Не похоже. Не, ну кто знает? Кто знает? Шерри и Джек нет тебя. Не дай им. Let's just find the survivors and get the hell out of here. Echo to HQ, can you read me? HQ to Echo, report. Hey, what the hell are you guys doing over there? We need to evacuate, come on! И да, пока что самое интересное, что я видел, это все-таки игра за девушку. Wait. Потому что она мастер рестлинга. Попка, сиськи, все дела. Ну это уже как бы прилагается скорее. Там были патроны для снайперки. Так, а нам отступать-то некуда? Ну вон туда, куда ты тянул. Продвигаться получилось. О, быстрый выстрел. Я спрашиваю, ты уверен, что прилагается? Пойдем. Почему вам не поиграть в Saints Row 3? Там же тоже рестлинг есть. Saints Row 3, честно говоря, ребят, я вот не понимаю этой игры.
На мне. Не, зачем было делать упор на пошлые шутки и резиновые члены? Сейчас, ну хоть убейте, не понимаю. Андрей, зачем ты в газ вбежал? Да ладно. Я не бегал. Там же говорят, не забегайте в газ. А по-моему, именно в газ ты вбежал. Нет, не бежал. Я бежал просто по направлению к точке и все. Я его слышу, чтобы газ не забегать. Может, ко мне просто зомби подошел, я не знаю. Да, конечно. Отравился ты газом. Это как у меня вчера с квиктайм ивентами. Это не я, они сами. Да. Наверное, даже нигде в другом месте, но... Не знаю, ну и не вижу я особого смеха в этом. То есть всему свое время, всему свое место. Газ бы не зайти. Вот сейчас ты забежал. Так, все нормально. Смотри, вон там вот змеиный медальон. Где? А вон. А вон, да, вижу. Трава красная, Андрей. Там так, там выбили окошко, пошли-ка отсюда. То мы сейчас с тобой газом надышимся. Ой, блин. Да, я заметил. Класс. Меня тетка сейчас пожует. Андрей. Да, да, да. Да там выбили окно. Я пока собирал весь лук. Green Tea толсто. Очень толсто. Не смешно. Забирай траву и побежали быстро. Все, все, все. Так, тут патроны. Да я вижу. Только здесь повсюду зомби, я уже пошел отсюда. Да блин, Андрей, ну из-за тебя снова, блин, застряли и... Да что из-за меня? Ты там остался собирать. Я тебя пока отбил от зомби? Я уже отбился наверх, бишь. Ты лежал на ступеньке. Я будто Е выполнил, уже поднялся. Я тебя кнопочкой В отбивал. Не знаю, кто там отбивал. Метро Last Light вообще не вышло. Тут так, намек. Ладно, все, побежали в темпе. Там где? Понимаешься? Там как? Скейтпоинт. Там патроны были. Да, 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 я видел, я забыл куда. Да, на ПК пиратов, не знаю, почему все говорят, что... Ну, пират, консольных ПК? Пиратов не меньше. Учитывая, что за границей, например, стоимость игр консольных. Андрей, ну, все, пошли, мы тут не отобьемся. Я... Сейчас отбегусь от зомби. Да как же... Андрей, ну иди к двери быстро, достал уже. Ты видишь, что меня сзади атакует весь мир? Как все... Андрей, ну проснись, соберись, давай, бегом. Боже мой. Да уже все, тут я. Ну что так? Пойдем.
головой транспорт. Стрелять-то из машинки дадут, мне интересно. Не знаю. В пятый давай. Может быть. В пятый было, кстати, очень это весело. Не, походу. Походу мы просто поедем. This is bad. They're gonna surround us. We gotta go. I got it. Выглядит это жутковато. Скорее как-то никак это выглядит. Это не совсем ясно. Я вижу только черный туман, стены грязные. И вообще не понимаю, для чего нам это все показывают, честно. Да. Что нам показывают? Туман? Ну да. Совершенно я не понимаю, что происходит. Да, про человека, который мы в первый раз видим, он умирает, и мы должны ему сопереживать. Это действительно смешно. Это клишировано, это неинтересно. Так, ящиков нет. Ну чё? Так, смотри-ка. Ой, Z туда зашёл. Я туда зашёл покашлять. Не, настоящий раз. Чё, я думаю, мы драться с ним не будем. Ну погнали. Подсаживаем. Сейчас солдатика скушают, я так понимаю. Зомби много. По поводу компании за Криса вполне возможно. Но тут вся игра, в принципе, забита этими клише. Оригинально. Я не помню, чтобы что-то было оригинальное. В основном самокопирование из предыдущих частей. Эти массивные катакомбы подземные, которые вообще ни к силу, ни к городу там были. Все понятно, пролог пошел. Мы проходили. Просто ролик более подробный. Значит, походу нам придется все-таки сейчас это все перепройти уже в виде полноценного игрового момента. Или нет? Давай смотреть сейчас. О, ада. Это настоящий ада получается. Да, куда? А, нам прижил. Побежали. Побежали, Андрей. Только ты. В этот раз я двигался. Да, я вот про это. Очень странно, кстати. Непонятно, почему не объясняется, почему так.
Почему в прологе она не могла лечиться? Да, в прологе тебя надо было там полечить все дела. Я проходил пролог, я знаю, что там было. Все проходили пролог. Да, интересно. Вот что больше всего бесило, что пролог нельзя проскипать. Я не хотел его проходить, и меня все равно заставили. Оружие-то можно взять? Нет, нельзя. Он даже ничего не сказал, он просто на него посмотрел. Так. А еще в прологе доска ломалась. Андрей, второго. Угу, я вижу. Один выстрел. И добивай. Тут медальон. Так, тут зеленая трава есть. Пока я быстро. Да ладно, живой, я чувствую. Ладно. Там где-то трава должна быть. Вот тут вот медалька. Угу. На траву соты, нет, так, где медалька? А все. Так, а у меня три больших лечилки есть. У меня просто два баллона. Так. Уже все перезарядил. Оружие просто вагон. У меня нету места для лечилки. У меня тоже нет места для лечилки. Так. Ага. Там, кстати, на самом деле пробежать можно. Опа. Андрей, у меня есть четкое предложение. А, какое? А, граната, да, неплохая идея. Да, пролог все-таки изменен, как я и думаю, вот это. Ну, это предполагал, потому что так обычно делают. Делают такие. Да! Фу. А, да, точно. Я тебя ударил, ты знаешь об этом? И что? Не, ну может быть, конечно, разработчики хотели, что мы главное в игре, мы создаем историю. Инструментов-то не дали нормальных, чтобы создавать эту историю. Так, здесь я помню немножко отбиваться, а потом побежать нужно. Ладно, пойдем. Мне дали гранату. Ну, может, давай кинешь ее, у меня просто их. Просто их очень много, и драться с ними. Я взял дробовик. Потому что их действительно много. Забраться-то можно? Нет, здесь скрип, здесь надо зомби, по-моему, убить сначала. А, вот все. Сзади. У вас много. Быстро в зоне. Он, мы сейчас, Андрей, должны продвигаться. Не-не-не, здесь скрип, здесь пока вон самолет не упадет. Он упал, как только я прошел вперед. Да? Ну ладно, бежим. Через сломанную зомбями. А, ну ладно. Ну там тоже там два зомби было, не особо проблем. Бежим, бежим, бежим. Ты понимаешь, тут же, как в любой уважающей себе игре, включается инверсия управления. Я прям не знаю, в какую сторону мне кнопки жать. Этот момент был бы вдвойне эпичнее, если бы мы его в прологе не проходили, на самом деле. Да. Если бы он не был полной копией момента из Resident Evil 4, например. Ну, я не знаю, помнишь, что этот эпизод с камнем? Я четвертую часть, кстати, не проходил. Ну, бывает. Там был момент просто, когда на Леона падает камень, и там точно такая же камера, и точно такой же ракурс, как вот сейчас мы бежали. Не, ну... В пятой части было похоже, но там, по-моему, QTE полностью было. А это именно копия из четвертого.
Опять я за штурвал. Солдата, да, забыли на земле, он прям пожертвовал собой. Это так, так трагично, я знал его целых 0 секунд. Не, ну, а может это был тот солдат с Хаммера? Да, он, у него трансформер оказался. Сейчас будет мягкая посадка. Выпил перед управлением вертолетом? Не, все под контролем. Я контролирую наш полет. Андрей, это уже не полет, понимаешь? Мистер, я контролирую полеты, куда же мы прилетели? Ну, понимаешь, вертолет вышел из-под контроля и... Ты же его контролируешь. Ну, блин, он был поломан, понимаешь, мне пришлось драться с зомби. Ну, убить, точнее, твоего зомби, пристрелить его. Полет немножко вышел из нашего контроля. Мари, я успел. Почему нельзя управлять вертолетом во время заставки? Стример бы все нормально пролетел бы. Андрей про то же. Андрей? Греб. Где? Справа. Один взял. Трава. Зелененькая. Месота, наверное, не будет, да. Месота нет, у меня два, еще один баллон. Это хилки. Ну что, пойдем? Сейчас я проверю. Зачем эти эмблемки? Ну, как они? А что они дают? Ты помнишь? А хрен я знаю. Я вот не честно, помню. Честно, я не знаю. Я помню, что их надо было в пятом забивать, и что-то можно было получить. Открывались костюмы? Да, костюмы, по-моему, открывались. Не ошибаюсь. Тут тоже какие-нибудь... Тут же есть какие-то бонусные материалы или что-нибудь? Да, да. Жетончики всякие. Бонусы какие-нибудь откроют. Так, да. Вниз. Идем сюда здесь спрыгнуть. Сейчас будем ролик смотреть. А, понятно, сейчас мы встретимся с нашими напарниками. Да. Ну, как обычно, 50 секунд. Если... 50 секунд мы ищем бота. Да, и если у кого есть резонт, то... Не успеет, никто 6. Не успеет. Мы уже проверили, запустить резидента и присоединиться невозможно до этого времени. Ну, может, просто все уже белорусский интернет, знаешь? У него долго грузилась сама игра. Да, успел бы присоединиться просто. А вы мультиплеер пробовали? Я лично нет. Я нет, потому что мне он не интересен просто даже. Я помню мультиплеер из пятой части. Он, конечно, может и интересный, но только не мне. А что там за мультиплеер в пятой части? Режим наемники. А, все вспомнил. Тут, в принципе, тоже вариация режима наемников, только тут всякие интересные моды надо было покупать за денежки. Макс Пейн, похабные шутеньки тут шутит. Ой, молодец. Макс Пейн, вы же полицейский, вы же столб общества. Да. Как же так? Как вы можете себя так вести? Я понимаю, наркотики смешать с алкоголем, это еще ничего. По-моему, слушай, по-моему, у чувака геморрой. Штрифу. Возможно. А, что? Внезапно. Он же умер. Ну, я же тебе говорил, пуля в лоб, не единственное средство. Yeah.
Опять с тем же боссом, блядь. Ну какая это уже его будет? Пятая форма? Ну, видимо. Это очередной злодей номер 789, которому мы абсолютно не сочувствуем и вообще не знаем, что он тут делает. Честно, я... Вот тут самый, наверное, нехаризматичный босс из тех, что я знаю. О нет, ну зачем, ребята? Вот я тиранозавр. Вот, а что с ним делать? А, бочки, Андрей. Бочки. А, бочки, все, не заметил. Чего бочку? Тут же просто, если есть босс, тащи его к бочкам. Вон он, надо подбежать, наверное. Ну как писал, давай. Почему бы не размажить ему голову из дробовика? Воу, так, теперь беги. Беги. Да какой же ты громкий ублюдок, а? Андрей, а почему мне... Ой, да, подобрал патрончиков. Что тебе? Мне показалось, что ты какой-то там что-то не совсем сдохший. Ну да, есть такое, я вот и пытаюсь... Съешь таблеточку. Я пытаюсь убежать от него, у меня баллон против. Он за мной не бегает. Усмотри, у него глаз там такой. Так, я вижу, что у него глаз, а где блин? Вот, видишь. Это он живой? Да. Это же я. Ну, нафиг, грузовик мне взорвать, дерьмо. Я думаю, что грузовик тут... По скрипту должен сорваться. Что-то у меня большой так... динозавр. А, видишь? Опа, спецназ в действии. Опа, не ну да. Наконец-то хоть что-то веселое. Yes. Я... Ну давай, дайте мне пулемет. А-ля пятая часть. Машина можно стрелять? Машина-то будет взрываться? Да, возможно. Да, если получится присоединиться, присоединяйтесь. Я просто не знаю, по какому принципу. Не, нифига, нельзя. Нельзя, я стрельнул по машине, он по... Я в глаз выстрелил. Я по бензовозу выстрелил, ничего не случилось. Скрипты, походу. Вообще есть толк то, что мы по нему стреляли? Не знаешь, не... С, как с неповорачиваемым рычажком. Молоти, говнюка. Ну, с удовольствием. О, Андрей, мои любимые детонаторы. О, походу пацан обиделся на меня. Да. Так, Андрей, держись рядышком со мной, чтобы он разбегался не в разные стороны, а в одну. Вон он за мной вроде бежит, а за тобой. Он машинами сейчас кидаться. Прям в меня. Ой. Агрессивный типас. Ну иди сюда. А, нельзя взорвать, отстой. Ну почему от нет ракеты, ничего там клёво. Смотри, не, бочку-то он помял. Ну да, но она не взорвалась, реально. А если вот так? Блин, далеко. Недалёт. Okay.
Так, тихо. Давай. Так, а бочки-то еще есть где-нибудь? Я не видел пока ни одной. А я вот вижу. Где? А возле меня. Эй, песик. Цоп-цобэ. Будешь за мной побегать. Сейчас к тебе его попробую привезти. Где, за автобусом? Да. О, смотри-ка. Иди, мочи гада. Бегу. Дропкик. На. Да. За у меня активно. Вот за автобусом вот тут вот, Андрей. Где? Есть бочки взрывчатые. Прячься сюда. Угу. На, вон она все. Только он, я не знаю, он пойдет с той стороны. Он идет за угол. Он автобус перевернуть еще. Оу! Какой ты гадкий, а! Леона раздавила, Леон, ты... А что Леон? Там же ролик был, я вообще ничего не видел. Я думал, так и задумано. Какой ужас. Не знаю, он эту бочку покоцал, Андрей. Я не знаю, но ты ж видел, там... Выстрелить в нее нужно, может, не гранату? Блин. Просто надо знать, за автобусом стоять не самое лучшее. Ну вот агрессивный ублюдок-то, а. Иди сюда. Вообще. О! Все, бегай. Да я бегу. Я на пусы пожарим. Динозавр, блин. Так, смотри, он надкусил бочку с бензином. Так, вот, в нее можно было выстрелить. Да, я попал в эту бочку. А все, что ли? Не, просто он в огне стоит. Стреляй в него. Вот теперь. Вижу. Бей. Так, появляется. Да, бегом. А чувак теперь... Стреляем по нему из обычного оружия. Да. Давай. Не забывай. Кажется, пацану досталось. Глаз, как бы, знаешь, как в Дюке Нюкеме в 3D-шном. Да, концовка. Слушай, в этот раз со второго раза вообще легкую посмотрел. В этот раз бочку подстрелили, вот эту большую. Авто. Да. Нам тоже на крышу. Хелена, как водится, пошутила. Босс вертолет. Let's go. Вполне вероятно. Я бы такой возможности не отрицал. Вот, как раз гость партнера. Шасси, ты попробуй. Вот я предложу.
человек написал прям в стиме. Пробуйте, если успеете зайти. Но я слышу, что очень много лагов с этой системой коннектов, что она пока подумает, что просто банально вот это вот за 60 секунд не успевается. Непонятно, почему это сделано. Они рассчитывали на то, что, видимо, все будут проходить в пик, когда игра будет прям только вышла, и все будут играть. В этом время вполне возможно, что вот ошибка пишут. Не присоединиться. Ну, это бывает, да. Ошибка, типа, не найден сервер или что-то, типа, вот этого. Ты, конечно, еще раз пришел. Давай, тут перфер, просто 5 секунд осталось. Ну, попробуй. Сейчас игра просто создастся. Да, все. К сожалению. И во второй части мне... Ой, во второй, в пятой части мне больше всего нравилось, что там оружие модернизировать можно. Да, магазин на 150 патронов. Это было круто. Напоминает бойцовский клуб. Конец фильма, если смотрели. Майкл Бэй! Сейчас еще и второй. Понятно, патрос. Не хотел бы я оказаться в такой ситуации. Так, куда? Ничего себе. Ой. Стекла. Так, нормально. А он живой еще. Ему не надоело, а. Он же только что был тираннозавром Рексом. Ну вот видишь, ему нравится форма, где он стреляет костями. Бэтмен! Женщина. Я ошибся, это все-таки не. Бэтмен, это женщина-кошка. Так, я думаю, я достану снайпер. А! Дизумби! Они тут... сверху откуда-то, видимо, падают. Так, а здесь Симмонс. А вон он, маленький совсем. Его. Ада должна мутузить, вон, видишь? Маленький, да? Чё, забил? Так, тут патроны для снайперки, кстати, я так понимаю. Ну да, это мы честно. Давай в две смены, потому что один будет защищать того, кто стреляет. Давай, стреляй, посмотрю пока, или давай я посмотрю. А чё я стрелять в человеческую форму? Давай. Так, теперь ты прикрывай. Так, у меня патроны кончились. Стрелял, все. Давай я тебе. О. Да, на тросе было так уютно, что да, прям с него слезать неохота. Так, куда? Нам надоело уже падать. Так не падай. А, это от меня никак вообще не зависит. Она падает сама собой. Я как бывалый морпех ползу по тросу. Ой, кажется, у нас проблема. Хьюстон, да, у нас реально проблема. Да ладно, Хьюстон. Ползи, Леон, давай, камон.
Андрей, ну давай, ну речь. Ползу, ползу. Надо душу переключиться. Я все контролирую. Ада отличается способностью лежать на отверстиях, скажем так. Ага, там стекло. Нет, армировано. А, я типа должен. А что мне делать надо? Романтика. А я стрелять могу? А что делать-то, стрелять? У него бесполезно стрелять сейчас. Стой. Ай! Да! Надо шутить себе. Это умрёшь, ну, горилла. А, да здесь ещё и обычные зомби, да? Ну, я вас просто люблю. Да, я сейчас перезаряжу снайперку вас, Петрович. Не, здорово почти. Ну, а у тебя что, нету никаких ни одной лечилок? Да есть, есть, я полечился, я просто думал, что загнусь. Сейчас узкое пространство очень удобно с этим ледником бегать. Знаешь, обычно зомби очень сильно мешают. Да пошел ты к черту, а? Да, ну ты, она еще и бочит, а я люблю бот, братский бот. Ну что, как успехи? Ада так и хочет меня подбочить. Сама падает. Есть у меня одно неприятное чувство. Он в человеческой форме, Андрей. Вот, да, да ладно. Как вовремя. У меня патроны кончились. Класс. Я думаю, все заново начнется. Если мы его сейчас не убьем. Ни одной лечилки вообще у тебя нет? Как же я съедаю вот здесь. О, отлично. Ну, беги, беги, беги. А тут попадаются зомби, конечно. Они строго дозированы. Payday 2 я, честно говоря, видел очень ранний ролик. Да, четкий. А насчет братья я не знаю, потому что предыдущую часть... Андрей, у тебя за спиной зомбари. Предыдущую часть ребятки Андрюши не играют. Сережа, поэтому не знаю. Так, а, так и должно было. Я должен был. Привет, Паша. Привет.
Понятно, я должен был без ХП остаться, получается. Так и задумал. Или нет? Понятно, все ясно. Я не спейлился. Меня это радует. Так и было задумано. И что, это все? То есть, стрела ады — это оружие гнева. Массовое поражение. Или что? Ну, получается, видимо. What are you? Why are you helping us? Wish I could stay longer, but I've got to run. I've left you a little parting gift on the roof. See you down the road, Leon. Да, без печенки жизни не в радость. No, we're sticking together. Роковая женщина Ада Вонг. Опять убежала. Да. Как и в четвертой сбежала, части. Сбежала, Ада сбежала. То есть что это еще не конец? I'll take it out of here, if we can get to it. О, новая фишка. Ничего себе. Что за трансформация? Делай руки, делай ноги, я же буду головой. Ничего себе. Как он достал, а? Его топили. Его... Зачем я столько патронов потратил? Да. Его топили, его кидали с крыши. А пацан все равно жив. У меня одна ячейка здоровья. Да блин, гаденыш. Да ну, Андрей, ну... Что, Андрей? Как же так? Я прыгнул, я нажал. Стал дальше. Почему ты не стал дальше? Она же думает, что она и бьет. А, типа он ходить не может. Так, мы бежали к нему сейчас. А, или... А! Это все? Нет, не думаю. А, ну, получается так. Привет, Вадим. Не-не-не, подожди, он сейчас их сам съест. Нам-нам-нам-нам-нам. Меня зовут Арнольд Шварценеггер. И я вас съем. Беги-беги-беги-беги, пупсик. Я наш вертолет. Пойдем. Сейчас я винтовочку перезаряжу. Торопиться некуда, от битвы мы не уйдем. Врага нам навешают. У меня остался магнум, между прочим. У меня для дробовика много патронов. Я думаю, что эту штуку надо там. А, нет, я тебя пикинуть должен, не сын. Вертушку управлять будут скрипты, и желательно не мои. Боже, ты посмотри на эту муху. Воу. Муха-человек. Нет. А, ты типа должен управлять, а я должен в него стрелять. Если какая муха, а какие глаза.
А, он еще и плюется. Противно. Так, там как? Так, подожди-ка. Я сфейлился. Да что такое? О, отлично. Я в тебя верю. Японские бизнесмены удерживают попадание дроби в голову. Мне там как, далеко ехать? Не вижу. А! А, я снова должен что-то включить. Так, где там наш вертолет? Пора выбираться отсюда. Вон там дверь. Я вижу. Пойдем. Бегом, бегом, бегом. Элайна! Так, отлично. Отлично. А... Наверх. Все наверх. А, вот сюда. Ой, блин, там ящики, я не взял ящик. Опять. Этого муха не помогает дихлофос, это самое отстойное. Да боже мой, да сколько ж он может есть? А, мистер Большая Муха. Где там мой магнум? А, вон, да. Сходи везде, просто везде. Нужны ящики. Но это не все. Далеко не все. Так и обычных зомби пока там. Вон еще один гамак. Его... А, его установить нужно. Сейчас магнум закончится. Фу, меня вообще. Ну давай, схвати, ну. Ну прям в голове. Подожди, вот. Он же все восстановил. У него в голове вот эта штука, у него. Давай, да, на. Ничего себе. Прощай, ублюдок. Нас разделило. Нет, я ЗПМ за твоей спиной. Mm-hmm. Ой, блин, да почему ты... А нам куда? Спрыгнул, запрыгнул. А не, вижу вот сюда, наверное. Вот, смотри. Да, ну, отлично. Бежим. Бежим к нашему вертолету.
Я за что главный, как обычно. РПГ. Че, РПГ? Где Даван? На нем? Че, залезаем? Нет, ну как же без коронного выстрела из РПГ, Андрей? Невозможно игра без выстрела из РПГ. Давай выстрелим из РПГ. Он меня так достал уже. Это так все затянуто. Где-то будет. Так, ладно, все. Да. Не успел выстрелить раньше. Корон, я выстрелил. Я не успел. Прощай, все, дайте улететь. Это российский РПГ, советский еще. Ни одно живое существо выстрела из такого выдержать не способно. Да, да, упади, все. Вот это дела. Похоже, все. Да. Не, все же бацы не вот кровище, да, на весь вот эту штуку. Ты посмотри, сколько кровища из него вытекло. Да. И символично так. Пожалуйста, тебе амбрелла. Да. Как же без этого? Вот и дела, ребятки, котятки. Ну, он... Get to the chopper! Мы не знаем, где он. Нам не пришел. Девушка с РПГ выглядит так сексуально. Все, полетели. Вот это поворот. Ну да, иначе и не скажешь. Где купить такой телефон? Вполне возможно, что следующий iPhone будет таким, потому что один из концептов выглядел примерно так. Ну, не за горами эра этих жидкокристаллических, а органических диодов, на основе которых он будет подобное строить. Они сейчас дороговасты, но вполне возможно, что скоро. Вы вспомните, когда вышел фильм «Матрица», телефоны из фильма выглядели тоже каким-то футуризмом и хай-теком. И отлично, Андрей, мы с тобой, походу, все прошли. Да. Мы молодцы, ребята. Титры. Да, мы прошли самую, по рассказам, самую нормальную кампанию из Resident Evil 6. Кстати, можно, ну что, такой титр? Так что вот так, ребят. Ну, я до сих пор не прошел игру, Андрей, между прочим, потому что у меня не пройдена вторая кампания. Ну, мы с тобой уже без того, я договорились пройти. А, вот у меня тут Борислав появился, немножечко не вовремя. А, привет тебе, но мы игру уже прошли.
Вот, но... Кто появился? Извини, я прослушал, извиняюсь. А, у меня в чате на Кибергейме появился зритель. К сожалению, как раз когда мы закончили, грубо говоря, проходить игру. Говорят, что после титра советуют смотреть до конца, будет ролик. А, да, давайте подождем ролик, пообщаемся. Компания с других персонажей, ну, вот как я знаю, что они не очень интересны. Да, да. Не знаю, за Криса мне рассказывают, что это обычный шутер, ничего фантастического, а компания за сына Вескера слишком скучная. Ну там зато ручищами молотить можно. Да, да, то там файтинг вообще. Ну это битэмап какой-то прям, да. Самый настоящий, видимо. Слоттерхаус нам не завели, поэтому... Да, меня не впечатлила компания Звёзды, я ожидал больше, если честно. Не знаю, как-то получилось так, что, в принципе, ты не получаешь того, что получаешь от четвертой части, да? Не получаешь того, что получаешь от пятой части, и как-то... Получаешь что-то слабое. Возврата к старым не вернул, не произошло. Игра выглядит как-то остановившейся на полпути ко всем этим направлениям. Да, Resident Evil умирает, ему нужен какой-то, не знаю, перезапуск. Resident Evil умирант. Ну, это факт пока что. Потому что я не знаю, Resident Evil единственное, что может пойти на пользу, это перезапуск. Да, Но, опять же, с этим сложно сейчас что-то придумать, потому что если посмотреть на перезапуск Devil May Cry, он может быть и удачный, но вот, честно говоря, как-то я не знаю. Я не симпатизирую персонажу. Да, новый DMC. Ну как? Не сказать, что плохой, но его просто делали за границей. Да, может, так же стоит поступить и отдать Resident Evil за границу тоже. Не знаю. Как-то так. Нет, ну по поводу того, что чтобы пройти игру, нужно пройти все сюжеты. Сюжеты-то мы пройдем, но уже не в стриме, к сожалению, потому что стримы не очень были популярны. По этой игре. Сейву пишет, что... Да, я вижу. Ну... Нет, вполне возможно, что еще что-нибудь сейчас покажем, но... Ну, у нас запланировано... Ну, мы ждем, во-первых, ролика. Да, и который, у нас запланировано метро на 9 часов. Да, то есть буквально через 2 часа у нас будет следующий стрим. Так что, в принципе... В принципе, ничего страшного нету. Да, будет здорово, если внезапно не окажется никакого ролика. Это будет прям обидно. Вот, ребят, может кто-нибудь знает, что давали медальончики эти в итоге? Не знаю, я думаю, костюмы какие-нибудь. Да нет, какие костюмы? Костюмы есть, в ходе игры менялись, но... Те же есть в ходе костюмы. Хотя, не знаю, может, ачивка, может, жетон какой-нибудь. Не знаю. Да там нигде не написано, ты не смотрел? Чего они дают? Нет? Не похоже, конечно. Потому что если бы давали что-то, нам бы уже что-то дали. Как бы это не парадоксально звучит. Я помню, что, по-моему, на 15 жетонах в пятой части открывали первый костюм. Да. Не, в пятой за них костюмы давали. И в пятой части там еще был дисплейчик такой, где были такие фигурки выставлены, по-моему. Их тоже давали. А, нет, их покупать надо. А, разве? Не-не, там были очки, за которые ты апгрейдишь оружие. Да-да-да, точно. Не, пятая была лучше. Хотя пятый старый покойник. В пятой были читерные возможности купить на прокачанное оружие бесконечные патроны. Ну да. Но он был веселее, этот как-то, ну. Не знаю. Ну хотя есть. То, чтобы не такой веселый, но тут динамики меньше. В всяком случае, в этой компании. Не, есть люди, которым он очень сильно понравился. Не, ну вспомни, в пятой части были прикольные боссы, типа
даже не дизайном своим или чем-то, а вот эти вот позаимствованные из четвертой части здоровяки. Знаешь, по-моему, там изначально. Которые вот ты имеешь в виду... Как сам... тролли такие здоровые. С топорами, да? Ты имеешь в виду? Или как? Нет, с топорами, а толстые такие. А, все. Огромное. Ты да, еще как раз таки одного такого расстреливал из пулеметов на... Да. Я вспомнил. Вот это все были клевые боссы, да, действительно, да. Их было убивать весело. Нет, там не было плохих боссов, там была, в принципе, только... Ну, нас, Сережа, перебесила концовка, потому что не совсем было понятно, ну, как. То, что делать должен был. С последним боссом там, кстати, интересно, там его очень можно быстро убить за счет комбо. Там же были комбо, ты мог стать... Один персонаж стоит перед противником, второй за, и несколько ударов производится комбо. Да, там ситуация в том, что негритянка, я не помню, как ее зовут, честно. Шева, она бегает сверху, а Крис бегает снизу. То есть комбо не выполните там, то есть действие каждый должен был свое выполнять. Нет, там, по-моему, каким-то образом потом все равно объединяешься. Ну, это уже в самом конце, это в самом конце, где с ним нет проблем. А вот именно дойти до этого конца, когда с ним драться, у нас была вот... Я не знаю, мы дошли, вот я с Сашей проходил, мы быстро дошли. Не, дошли-то мы не все было. Быстро, мы просто не совсем поняли, то есть, что нам делать. То есть, то ли он плохо на клавишу давил, но я его вроде нормально прикрывал. То есть, он когда нормально на клавишу стал давить, у него там палец, он, короче, не сгорел, у него все получилось. Он переебался на ту сторону, я ему скинул камень, и все было отлично. Ну, камень. Так, Макс Пэйн предлагает скипнуть и посмотреть, не появится ли катсцена. Ну, не знаю, я думаю, здесь конец. Я не буду скипать. Без обид. Не хочу. Я по секрету скажу, что это не проскипать. Ну, отлично. Так что идеально. смотрим титры, ребят. Идеально. Не проскипать, я попробовал. Мне интересно, что будет с Revelation. Потому что он сейчас выйдет. Да? Не знаю, я не скажу, что у него хорошая оценка. Я вот видел, что... Не знаю, ты понимаешь, что вообще портится Nintendo, как его. Ну, он улучшенный, все равно там... Ну, он улучшенный, конечно, он заделан под новые консоли ПК, у него графика получше, но все равно он с мобильных платформ. Он мне, честно говоря, напомнил Resident Evil Zero. Может быть, что-то в нем есть. И такое, но... дизайном противников, в принципе, вот, похоже... Просто... Надо учитывать, что это все-таки мобильная игра. Она сделана была для PlayStation Vita и чё? Nintendo как DS. Что-то фантастическое от мобильной игры ждать, ну, которая была перенесена на большую платформу, я бы не стал лично. Но можно ожидать крепкой игры. Мобильные платформы, да не настолько отсталы. Никто не говорит, что отстал. Что... Не знаю, к тому же это дело не основная студия, можем посмотреть. Потому что люди под разделение Capcom. Я все посмотрю. Ну раз они решили ее принести на большую платформу, значит все-таки играть. Светит спонсор Valve. Даже засветит. Лучше бы они сделали Half-Life 3, да? Ну Valve как. Если вы станете на ПК, видимо, засутствует. Капком. Дальше что-нибудь. Трейлер Half-Life 3, сомневаюсь. Главное, чтобы не Dota 2. Нам не соврали. Да. Не зря смотрели. Дебора была младше меня, Андрей. И тебя, видимо, тоже. Да. Ничего себе.
6 инвайтов. Я тут 7 получил. Да, я тоже, да, кстати. Кому надо, можем отдать. Все сразу. Леон, это тебе на случай, если ты будешь под прикрытием. Экстренный вариант отхода. ППШ, у меня дота на этом компьютере, на новом, даже не была установлена, все равно мне прислали, так что не в этом дело 100%. И, о чудо, у меня оценка А снова, Андрей. О, какой кошмар. Ну вот и все. Нажмите Enter, чтобы закончить игру. Получен именной жетон. Закончить игру. Успешно сохранено. Ну что, я предлагаю тогда на этой печальной или веселой ноте закончить. В принципе, мы сдержали свои обещания, показали игру полностью. Ну, не считая ответвлений, которые, в принципе... Да, не основных компаний, ребят. Если захотите, мы сделаем что-нибудь, да, придумаем что-нибудь, их покажем, но, может быть, в другой форме просто, не в форме стрима. Форме летсплея, может, какого-нибудь посмотрим. Ну, летсплееры, да. Ладно. Ребят, если вам понравилось, у нас есть записи этих всех стримов. У нас есть группа ВКонтакте и в Стиме. Если вы еще туда не вступили, вступайте. Вот. Ну что же, подписывайтесь на каналы, на Кибергеймы. Да, и самое главное, мы ждем вас сегодня. 9 часов вечера. Будем показывать новое метро. Да, метро. Так что ждем всех. Спасибо огромное, ребят, за внимание. Смотрите записи, вступайте в группы. Мы вас всех любим. Всем пока. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. До вечера.